упасть после финиша не беда, главное, что проехали дальше других. Санный спорт по-благовещенски именно в этом и заключался. В зачет шел результат команды, причем семейной. Эта площадка собрала больше всего участников. И хотя особых навыков от них не требовалось, все они зимнему спорту оказалось люди не чуждые. Я моржеванием занимаюсь периодически, бег по пересеченной местности, значит, сам являюсь учителем физкультуры и ОБЖ. Мы любим с детьми на выходных на горках покататься, на коньках. Нам поддержать, нужно вместе вперед стремиться, и чтобы спорт, физкультура всегда на первом месте стояла. В Благовещенскую олимпийскую программу вошли также биатлон на коробках, перетягивание каната и прыжки через него, лыжная мини-гонка, кёрлинг с импровизированными деревянными утюгами и швабрами, а также хоккей с метлой. Последний стал безусловным лидером по эмоциональному накалу, да и по массовости был далеко не последним. Это ж такой задор, это энергия, это вообще, это, ну я не знаю, это драйв. Олимпиада, это же самое чудное, что может быть. И принять участие к ней, и прикоснуться к ней, это ж так здорово. В играх поучаствовали больше 100 благовещенских семей, но это только те, кто заявлялся заранее. Допускали же к соревнованиям всех желающих, никакой олимпийской строгости. А вот судили эти шуточные состязания по-настоящему. И награды тоже давали вполне осязаемые. Медали и призы лучшим олимпийцам вручил лично глава администрации города.